Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Forza Phone, который продлится с 16 по 23 марта. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч кредитов. Ну а чтобы его выполнить, вам достаточно просто завершить любую гонку. За второе испытание можно получить 3 призовых игры. Для его выполнения вам понадобится пройти в совместную кампанию и либо найти сессию, либо пригласить друга и создать свою. Ну а в самой кампании вам понадобится либо присоединиться к заезду, либо создать свой. Ну а потребуется просто завершить заезд. За третье испытание можно получить 95 тысяч опыта. Ну а для выполнения испытания вам потребуется продемонстрировать технику в последний момент 10 раз. Чтобы выполнить эту технику, вам необходимо в последний момент увернуться от автомобиля в заносе. Я выполнил эту технику, просто дрифтуя в потоке машин. Для последнего испытания вам необходимо заработать 3 звезды за знак «Опасно лесной откос». Я думаю, проблем с этим знаком не возникнет, так как он первый в сюжетной линии. И в принципе, прыгать далеко не придется. Ну а приз за последнее испытание — это Subaru VRX STI. А на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый Forza Phone, который стартует 23 марта. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.